Итак, расскажу о том, как я использовал Arduino для управления своими жалюзями. Напомню, что у меня есть жалюзи. Они управляются моторами. Я подробно описывал это в теме. Раньше у меня вообще это было сделано, управлялось тремя кнопками от стеклоподъемников. Вот остался корпус с дырками. Корпус я буду менять. Теперь я использую Arduino. Вот его можно видеть, он внутри там уложен. Осталось у меня теперь только две кнопки. Сделано полностью логическое управление жалюзи. Очень удобно. То есть есть у меня кнопка питания. Да, она просто включает блок питания. Две кнопки вверх-вниз и три светодиода. Каждый светодиод отвечает за отдельную жалюзи. Потому что у меня жалюзи, ну, три окна, соответственно, три жалюзи, три мотора. Когда включается Arduino, то оно переходит сразу в автоматический режим управления тремя жалюзями сразу. Я могу нажать вверх или вниз. Кнопку теперь мне держать не надо. Я нажимаю вниз. И жалюзи у меня начинают закрываться. Все, жалюзи закрыты. Теперь я нажимаю кнопку вверх. Внутри срабатывает блок реле, купленный на eBay. И вот у меня жалюзи открываются. Открылись. Какие тут у меня есть варианты управления? Вот сейчас у меня управляются три жалюзи. Можно переключать режимы управления жалюзи, удерживая кнопку, не коротко нажимая, удерживая ее чуть дольше, любую из этих кнопок. Кнопку вверх или кнопку вниз. Допустим, кнопку вверх я удерживаю. Раздается такой писк. Это я использовал пьезо, пищалку. И теперь у меня горит два светодиода, а третий погашен. Это значит, что будут открываться или закрываться только двое жалюзи, первое и второе. Можно еще раз переключиться, теперь только второе и третье. Только первое, только второе, только третье. Вот если я нажму сейчас вниз, то у меня начнет закрываться только третье жалюзи. Нажал, смотрим. Закрылось. Дальше же какие есть режимы. Дополнительно, если мне нужно подрегулировать жалюзи, я могу перейти вот в ручной режим. Ручной режим, у меня светодиоды мигают. То есть здесь, нажимая кнопки, я могу непосредственно управлять жалюзи вверх или вниз. Без автоматического режима. Вторая жалюзи, третья жалюзи, все три жалюзи. И последний раз нажимаю, опять полностью автомат. Можно нажать кнопку и держать ее, тогда перебираются у меня все эти режимы мои. Откроем жалюзи, которые я закрыл. Вот он открывается. И в дальнейшем я еще планирую подключить к этому делу, ко всему, еще дистанционный пульт управления. Тоже отправляются на eBay. Достаточно легко подключается все это дело. Вот такая штука. Корпус поменяю. Будет все красивенько. Одна кнопочка, вторая, три светодиодика. Arduino вещь.